Доброе утро. У нас сегодня, оказывается, такой ветроган. Люди на пляж идут, а там прям сносит вообще. И вы знаете, я первый день одела шорты. И чуть ли не замерзла такая. Иду, думаю, блин, ветровочку какую-нибудь одеть, что ли, или как. А еще я сегодня вообще на час больше поспала. Я закрыла вчера, ну, наполовину жалюзи. Ну, чтобы создать себе хоть какое-то там полутемнение, ну, затемнение. Ну, и на часик повалялась в кровати еще больше. И все, я не могу, я встала, как вареная курица. Во-первых, вся опухшая. Видимо, вчера много чая выпили, жидкости. И все это не вывелось, и все это вот так на рожу, вообще на руки. И спать охота. Чарли надо гулять, а мне прям спать охота. Вот так вот. Я когда пересплю, мне все время хожу, как вареная курица. Но сейчас вот, видите, поморозилась немного, вроде бы как очухалась. Чарли тут довольный. Бегает. Мы сейчас поедем на работу, в парикмахерскую. У меня там газ нужно отвезти. У меня есть, но всегда должен быть один, как говорится, на запасе. Потому что, представляете, если мою голову, у меня заканчивается газ. Пипец, тогда что делать? Греть, что ли? Поэтому сегодня сейчас отвезем газ. И не знаю, что дальше будем делать. Даже не обговаривали. Люди на пляж собирались, а тут такой ветроган. Ну вот тут вот еще в парке. Чем дальше от моря, тем ветер уменьшается. Но все равно видно. Видите, как пальмы все колышется. И утром, ну вот когда я проснулась в 9, утром не было такого ветра. Он поднялся буквально где-то за час. Так вот. Так все вкусно пахнет здесь, не пойму чем. Вроде нет никаких цветов, но запах стоит обалденный. Обнюхаться можно. В общем, обычный воскресный Оксанкин день. Смотрите, там поля гольфовые. Даже детишки маленькие в гольф учатся играть. Смотрите, какие мы липусенькие. И тоже этими палками машут. Прикольно. Смотрите, мы на газоправке газом заправляемся. И там вот есть такая вот собак мыть, купать. Специальный шампунь, вода. Видите, как собак моют. Если большие или дома не хочешь, то вот тебе вот так можно все помыть. Классно же ведь, удобно. Супер. Собаке не очень нравится, но терпит. Мы на нашей площади, где я работаю. Смотрите, тут какая-то тусня. Какая-то тусня непонятная. Вернее, сегодня есть первое причастие. Вот все они идут в церкви. А там не знаю что. А мы все, мы оставили газ, едем дальше. В общем, план таков. Прокружились, время уже 2. Пиво неохота никуда ехать пить. Пойду за пиццей. Закажу пиццу. Сейчас, кстати, посмотрю, есть ли арбуз. Смотрите, ребятишки сегодня танцуют. И спрошу, во сколько он закрывается. Вот такой у нас сейчас будет обед. Мне вот больше всего вот эта пиццерия нравится. Здесь, значит, бекон, лук, хамон даже сделала, шампиньоны, хамон, я не знаю, я вроде не говорила, маис. В общем, вот купила арбузик. Это меня сестра спрашивает, вкусный арбуз? Я говорю, сейчас попробую. Я говорю, вкусный, представляете? Она говорит, пойду куплю вкусный арбуз. Я говорю, да не знаю. Потом говорю, сейчас попробую, скажу. Попробовала вот такой арбуз. И она нам дала... Вот, это бульон. У меня его полный холодильник. Я говорю, зачем ты его взял? У меня полный холодильник. Он говорит, пускай будет. Как-то странно у меня холодильник звучит сегодня. И вот какой-то, типа, лечо дала. Вот, хочет сейчас его поесть. Видите? Так. Еще я мороженое купила. Зеленое яблоко. Но это на потом. А сейчас мы будем кушать. Всем приятного аппетита. Лежала, надоело лежать. Хочу разобраться вот тут. Помыть вот эту часть, потому что тут такая пылища, вообще пипец. Тут у меня обычно апельсины лежат.
Вот. И, в общем, чтобы там было красиво. Сейчас тазик налью воды. Тут у нас там кричит непонятно. Вот, в общем, немножко поделаю дело. А потом опять лежать пойду. Вот так. Все заняло 5 минут. В принципе, это только пыль, она хорошо убирается. Там у меня апельсины лежат. Духовка. Порошок. Тряпки. Машинка стиральная. Я специально ее накрываю над пленкой, несмотря на то, что у нас там крыша. Но все равно вот отсюда может попасть и дождь, и, знаете, и пыль. Вот, поэтому... Пускай она лучше под пленкой стоит. А тут все моющие средства. Вот так. Конечно, не идеальный порядок. Тут еще убираться и убираться. А здесь я мою просто шлангом. Вот здесь. Вот этим шлангом. И все, зашибись. Вот такие вот дела. Кстати, вот эти вот швабры. Всякие швабры. Эти. Хочу вот сюда повесить. Поэтому для этого мне нужна такая штука какая-нибудь, куда можно все эти швабры вот так вот повесить. Вот так трум-трум-трум-трум, чтобы они у меня не в кучке вот так валялись, а вот просто взял и пошел. Тут у нас лампочка Ильича, муж вроде бы как сделал, но она что-то не фурычит, не работает, я не знаю как. А это вот раньше, кто здесь жил, тоже здесь сделали такую фигню, чтобы вот провести туда розетку. И вот от этой розетки у меня духовка работает. И машинка стиральная. В общем, вот так вот у меня тут в моем закуточке. Вот. Все очень. Машинку, кстати, смотрите, я вот тут вот ее нарядила. Ой. Ой, что это у меня уже шляпка? Нет. В общем, приспосабливаемся понемножку. Вот так вот. Фу, жарко так не могу. Ветер утих, жарище такая, духотища. Чаю включу сейчас. Знаете, при жаре, вот, допустим, кто живет в жарких странах, они всегда пьют чай. Потому что чай делает, балансирует температуру тела и температуру воздуха, и ты так не чувствуешь жару. И это, ну, по крайней мере, для меня это действительно так. Для других там не знаю. Мне действительно попью чаю, мне становится прохладнее. Но чай я хочу попить не для того, чтобы мне было прохладнее, а потому что я просто хочу пить. На ужин сейчас себе достану три мушмалы. О, какая мушмалятина. Единственное, что от нее ногти черные. Как будто грязные. Хоть их мой, хоть их отмывай. Но они не отмываются. В перчатках как-то я не люблю есть, потому что, ну, неинтересно в перчатках, кстати. Пойдемте наверх слазим. И заодно решетки отнесу. Вот. Уже думаю маникюрчик сделать. Они как гранаты, знаете, гранаты, когда чистишь, тоже от них ногти остаются такие черные. Да и руки. Но руки так как отмываются, то... Ой, блин, у меня цветок свалился. Смотрите. Блин. Ветер сегодня был. Свалился. Надо его полить. Ну да, желательно его полить. И земли добавить. Солнышко какой-то желтый. Как хорошо, что я поднялась. Кстати, на улице прохладно. В смысле прохладно? Было жарко, а сейчас нормально. Хочу сказать, что не жарко. Вот. Чайки здесь всегда кричат. Я не знаю. Нравится им, наверное, так кричать. Но они всегда кричат. Такая у нас красота. Да. Я не знаю, на этой неделе передают. Один день 29 градусов. Другой день передают 22 градуса. То ли похолодание будет, то ли потепление будет. В общем, поживем, увидим, что у нас там и как будет. Полетел. Все никак мне муж не сделает
крышу на этом. Вот тут. Говорю ему, говорю. А он, как знаете, как мужик сказал, мужик сделал через год. У нас вот там морешка тоже. А там у меня лежат под крышей, под брезентом мои стулья, которые... Ой, солнце прям, глаза. Стулья, которые пляжные. Уже надо, пора доставать. На пляж уже, наверное, надо ездить. В общем, нужно говорить, говорить и говорить. Неустанно повторять по 15 раз на дню. Может быть, тогда что-то изменится. Лепота. Ой, смотрите, а там вот даже выше, чем наш. Интересно. Это они так сами сделали? Я даже раньше не обращала на это внимания. Антенн сколько у них там. Я так люблю подглядывать соседям. Сейчас посмотрю, есть кто. Там шашлык жарят, смотрите. Сосед шашлык жарит. Прикольно, запаха нет никакого. У них такие дети крикливые, страсть. Орут вообще непонятно. Подглядываю, я подглядываю. А вы любите подглядывать за соседями? Я обожаю. Наверное, все любят. Этих что-то нету. За этими скучно подглядывать, их почему-то нету. Тут тоже неинтересно подглядывать. Это наша комната. А тут, я не знаю, живут, непонятно. В общем, вот так мы с вами подглядываем. Пойду муж малу есть. И в душ. И все, и спать. Завтра у меня... Мне надо завтра в Литл съездить за штукой, которую я хотела в четверг купить. А это вот мы с Тамарой ходим парой. Я туда, и он сюда. И везде он за мной ходит. А вот в Литл съездить. За фруктами мне уже не надо. Я все купила. И арбуз, и дыню. И все у меня есть. А молока нет. Молоко надо купить. И все. Ну вот, поживем, увидим, что мы там завтра будем делать. Так что подписывайтесь. Спасибо вам за комментарии, за лайки. Всего вам самого наилучшего. Рабочей недели продуктивной. А у меня еще целый выходной. Всем пока-пока, до завтра.